Ренат, секундочку, прежде чем выпить, ответь мне, что в плов входит? Какая еда? Когда выпью, потом скажу. Давай, 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 давай. Вместе. А, выпиваю, я тоже выпиваю. Я сразу выпиваю, сразу себе тогда вместе. Да. Слева не даю, справа. Выпиваешь? Ренат. Похож на моего дядю, да. Татошу. Вот, спасибо. Как ела, сегодня было, молодец. Что такое плов? Да. Ренат, отвечай. Так, скажи, таджикский, узбекский. Какой самый вкусный, такой? Самый вкусный какой тебе? Просто народный? Да. Если я много знаю способов. Дело в том, что у нас... Самое, подожди, не вмешивайся. Баранина. Ну-ка. Самое вкусное? Да. Нужно баранину. Чтоб я знал. Пчах, знаешь, что такое? Пчах? Пчах. Пчах? Нет, вот нет, нет. По-узбекски, ну, я говорю. Понял? Пчах. Обалдеть. Давай, у меня есть картошка. Маленький. Пчах. Скажи, а вы не знаете, что такое пчах. Теперь этому скажи, скажи, ну вот, на средней пчах. В переводе на русский это ножик. Берешь ножик. Так. Пчах. Ну как? Барана. Барана берешь, так, ай. Самый большой баран. У которого вот такой большой-большой курдюк на жопе, блин. Сам большой выбираешь. Что такое курдюк? Курдюк — это жир на жопе. Так. Такая порода баранов, не то что козлы там делают. Так. Они вырастают до 100 килограммов, есть по 150. Так, и дальше что делаешь? Берешь этого барашечку. Ай, ты мой хороший. Езжу всего так, да? Ну, Ренат, ты даешь. Просто хотел. А это мы все так пытаемся. Откуда кого? И дальше что? Ты дальше ты что пошло? Что ты добавляешь сюда, в этот плов? Одну кровь пьешь, и все, с горла. Да кровь это не надо. Кровь по-мусульмански должна вылиться, а землю... У-у-у. Да. Кровь никто не возьмет. Понял. Отлично. Берут какие-то народы, но я их это ничего не говорю. Так, и дальше что туда в мясо каждому добавляется? Что в мясо добавляется у плова? Что за задница, блин, в шерсти? Ты ее курдюшный, это масло считается. Тебе масло уже, это считать, что сало. Ну, курдюк это запас жир, жира. Жирный, да. На шопе он выходит. Баран ходит, а у него на жопе булки выбирают. Берешь, ударишь. Берешь, короче, курдюк и обделываешь от шкуры, от всего. Ничего, ничего, водой не надо мыть. Казан у тебя стоит, накалился. Большой. Большой казан. Ну, например, на 500 человек. На 500? Ты сумасшедший человек, Ренат. Есть казан. На 1000 порций. Чугунная. Ужас. А с одного барана 1000 порций? 1000 порций, вот такая, это казан вот такой вот. 1000! А там только так, с одного, с барана? Да. Ужас. Там же каждый день...